плод паслёновых. Ну, к паслёновым относятся томаты, например, перец, баклажан. Поэтому плоды, вот я постепенно стираю, которые тут надо будет сейчас упомянуть, это ягоды. У томата это ягода, и у баклажана, кстати, это ягода. И у картофеля тоже зеленая. И второй плод – это коробочка. У дурмана, у белины такие сухие коробочки, многосеменные. И, кстати, как вы считаете, ягода – многосеменной плод или нет? Да, многосеменной. Например, если вы томат возьмете, это много очень семян, да, это классическая ягода. Либо крыжовник, либо смородина, в отличие от костянки.